Что это? Миша, что это? Backdoor pass, вращение на месте куда? Туда, да, здесь дриблинг. Где это существует? Пока ты крутишься, там уже защитник придет. Сейчас у нас pick and roll. Speed up from the first passes, okay? A little bit closer. You can be a little bit closer, okay? Seven passes, let's go. When he goes for a layup, second pair start. Большие, стоп. Большие тоже пробуйте, большие, пробуйте слип. Твои три четверти, ты не должен дать ему получить мяч. Окей, мы сейчас говорим защиту. А ты просто прибежал к нему за спину. И будет как позавчера на тренировке. Он тебя два раза подвинет, и все, пока. Поборись за позицию. Твоя первая задача, чтобы он не получил мяч. Если он получит мяч, ты уже все, ты мертв. Three pairs one side, three pairs our side. Every pair one ball. Да, каждая пара один мяч. Поехали. Начинай дриблинг. Okay, follow, boom, continue. Поехали, читаем. Браво, лучший пас, поехали. Смотри кольцо, Артем. Браво, follow. За мячом. And here from this position, he's setting the screen. We always follow, I want good two steps. And attack the ball. This left hand, big guy, left hand, try to attack the ball. Отдали тренеру вперед, либо отдали тренеру назад. Тренер чуть-чуть замедли эту передачу. Здесь туда движение. Все понятно? Big guy, see, you can go up and go give the pass for a layup. Okay, or maybe after the handoff you have 2-on-1 situation. Okay, let's go. Always handoffs. Поехали. Сейчас всегда handoff. Not hands. Окей, браво, Илья, браво. Браво, not bad, браво.